Только сильнее нужно ударить. Этот отрывок был взят из фильма «Темная история Мубрздей». Чё, не можешь костёр разводить? Давай я тебе помогу. Магия Винкс, Феникс! Это какой-то пейнт. Это красная полоска здесь, но нет. А почему-то пропала. Опа, найки завезли чувачку Мумбрздей. А где звуки? Опаньки! Откуда у тебя эта способность? Ну и на чем они сидят? Чего? Так, впрочем, никого нету. И даже врагов тоже нету. Вы серьезно, что ли? Пердешь? Тогда ж темная Блэу. Да и к тому же, она телепортировалась прямо на глазах. Прив, Егор. Понг. Что ты хочешь от меня? Готов к битве. Ну, окей, Егор, магия Винкс. Стоп. Откуда Егор научился так трансформироваться? А в это время... А что это значит? Теперь ты будешь как я. Нет, я никогда не буду как ты. А вот... Что за перемещение? В это время... Да хватит же! Мне уже лучше. Вы издеваетесь? Почему они так порхают? У Егора тут круг с квадратом. Что хочешь к нам в компанию? Кваканье утки, что ли? Как Маша кинула в Егора силу Свиникс? Поначалу затихло уже голубого цвета. В следующем кадре уже темно-синего. Теперь мы на равных. Чё за? Ага, конечно. Ниппон, ну всё тебе кранты. Нет, это тебе кранты. Большой удар молнии. Да вы издеваетесь! Егор? Мы тебе никогда не бросим. Опять прячут Мумбрздей. Почему нам показывают затылки Симбы и Тигры? Общие итоги. Грехов найдено 26.